В Актобе продавцы оптового рынка теряют клиентов из-за разбитой дороги. Десятки торговцев выражают недовольство из-за того, что чиновники никак не могут завершить ремонт проезжей части. Дорожные работы начались еще 2 года назад и тянутся до сих пор. Жалобы предпринимателей выслушала Лейла Уесова. Оптовый рынок Алматы в районе 41-го разъезда открыли в ноябре 2018 года. Проект обошелся инвесторам в 700 миллионов тенге. В торговых павильонах продают фрукты, овощи, мясо, рыбу и бакалейную продукцию. Рынок пользуется популярностью у закупщиков. Но сейчас ситуация плачевная, жалуются арендаторы. Мы наработали клиентов себе за это время. Раскрутили базар, дали рекламы, все было. За это время, вот как бы дорогу нам здесь все испортили, у нас ничего нет, ни торговли, никакой машины лишний раз не заезжает. Кто сюда заедет, когда сломано все здесь? Здесь ничего нету. Ежемесячно приезжает, обещает. Приезжал когда? Осенью приезжал, акимат сюда смотрел даже, все-все сделаем, сделаем, и так и осталось. Торговцы возмущаются, почему ремонт небольшого отрезка дороги затянулся на целых 2 года, и винят во всем чиновников. Но в акимате уверяют, что дорожные работы идут согласно графику и сожалеют о причиненных неудобствах. К слову, терпеть эти неудобства арендаторам рынка придется все лето. Зато потом, как считают чиновники, горожане будут благодарить за новый асфальт. А пока обещают поливать проблемный участок водой для уменьшения пыли во время строительного монтажных работ. Когда мы начнем именно на этом участке работать, действительно, этот проезд будет закрыт, но постараемся найти другие выходы и выезды для сотрудников данного базара. Именно по данному участку с выездом на 41-й разъезд, там есть пересечение, планируем где-то в августе месяце именно этот участок проезда оставить. Сам проект планируется завершить до конца текущего года. Проезд к оптовому рынку уже закрыли. К слову, ремонт данного участка вошел в масштабный проект «Актобе-Южный обход». Объездную трассу протяженностью 38 километров должны достроить уже в этом году. Спуском магистрали весь транспортный поток планируется направить в обход областного центра с южного направления в сторону Уральска и обратно. Лейла Уэсова, Жомарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе.